Вдруг зарождается прекрасная юношеская симфония. Парнишка встречает Мю. Корову, что? А, загадочную девушку с аудиоразъемом на теле. Когда она подключает усилитель к своему телу, то заставляет весь мир прийти в движение. Так и начинается путешествие голоса, что оставит след в сердцах многих. Какое-то аниме, слушатели. Лучше, лучше просто. Так, ладно. Вот, пушистик вернулся. А поплю. Нет. Да-да. Я не понимаю, что происходит, но мне нравится. Ну, это аннотация такая к замечательному мультфильму. Чуть раньше. Хопа! Найс. Не найс, нифига. Козёль. О, тут есть бессмертие. Папа может все что угодно. Папа может. Ай! Бессмертие под песню «Папа может». Интересно. Так, ну будем учить. Этот замечательный. Да нафига ты мне минуту прибавляешь? Ой, нет. Нет, нет. Да, да. Ну, так вроде тоже неплохо. Чё там внизу? А, нет, надо было прыгать. Бррр. Так, окей. Это мы сейчас, секунду, подожди. Не надо, о, да. Не, ну точно по низу я не пойду. Ау! А что если... Концовок. Едрить. Ну! Надо было с разбегу. От воды. По-любому от воды надо было. Чего? Мальцов? Армия мальских чё? Кого? Морских мальцов? Это кто такие? Не. Ладно, давай. Ты чё, пёс? Нанах всех убил. Так, давай. Повторим просто то, что мы сделали в прошлый раз. Прыжок. Ага. Кто сова? Где сова? А, нет. Опять я это сделал. Пофиг. Да, прыгни.
А, окей. Не, я все же поверху пойду. Нет. Ну а что, понизу что ли идти? Да не прыгаю. Фигля, я тут должен был делать. Был бы у меня этот пушистик, я бы, может быть, что-то придумал бы. А, нет. Что я делаю? Что я делаю? Вот это да. Да ну хоро... Блин, меня этот скроллинг раздражает реально. Какой-то кошмар. Тихо. Да. Да. Теперь вниз просто. Нифига не вниз просто. Чё ты делаешь? Тихо. А? Раз, два. Так, здесь надо... Раз! Нах! Не надо. Че я вдали? Тихо. Да ну... Ты что, угораешь? Не надо. Ну... Это было опасно немного. Тихо. Раз, два. Чё ты делаешь? Зачем так высоко прыгаешь? Да ну я тебе... Надо было вдаль. Надо было вдаль прыгать. Ладно, мы нафармили чуть жизни. Это что за место? Так, окей. Надо на самый... Ну, вообще, нам нужно жизни. В смысле читер? Ничего не знаю. Дает возможность, бери. О, нет. Не, это я помер. По-любому. В смысле? В смысле, Богоюз, не православный. Очень даже православный. Раз. Да ну что ты делаешь? Да. Да ебать. Как я это сделал первый раз? Как я сделал первый раз? Да ну давай. Ой! Так, спокойно.
Это типа время останавливает, что ли? Видимо, да. Так. Так, это будет стрёмно. Как я в прошлый раз здесь прошел? Чё-то не понимаю. Но я себя чувствую, пока этот уровень прохожу, я тут это, нафармлю жизнь-то, да? На будущее. Уй! Спокойно. На, да, на следующий уровень. Ну, может быть, на два. Так, блин, это сложно. Да ну а как? Ну у меня нет пушистого. Ну что я здесь должен делать-то? Блин. Вот он где. Куда они его сунули? Хорошо. То есть, ну ок тогда. Что ты делаешь? Что ты? Вернись! Мелкий ублюдок! Вернись! Так, нет, ждем. Нахер надо. Хорошо. Так, здесь надо разбег и прыжок в конце. Оба! Ёпа мать! О нет. О нет. Конец уровня. Конец уровня. Пожалуйста, конец уровня. Чё? А, босс? Ой. Понятно. Окей. Чё я не взял мелкого? Блин. Да камон, становись. Да ну я делаю, алё. Я прыгаю. Она не остановилась. Она должна остановиться. Она должна остановиться. Еще 5 минут геймовер мы не словим. Но только 5 минут. Да ну прыгни, пожалуйста. Да ну прыгни, камон. Че тебе мешало-то? Thank you.
Зачем эта анимация вообще нужна в этой игре? Чтоб тебя убивало? Дали себе для Сашки? Какого Сашки? Так, окей. Найс. Че, хочешь сказать? О, спасибо. Можно я залезу? Да ну ты-то еще что там лезешь, алло? Да ну блин, быстрее залезай. Капец какой-то, что происходит? Да ну, иди ты нахер. Чё ты делаешь? Я тебе сейчас упаду. Я тебе сейчас так упаду, ты чё, дурак? Да ну можно залезть-то? Да ну можно залезть-то, алё? Нахрена они эти штуки здесь наставили? Я не понимаю. Да камон. Так, разгон, прыжок. Недолет. Ну ладно, ничего. Мы просто вот сюда залезем. Я не знаю, что там внизу. Ой, долети. Ой, долети, ой, долети. Всех убил. Так, окей. Босс, не думаю, что сложный. Сейчас мы просто здесь его подождем. Да? По тебе просто ходить можно? Да ты чё, камон. Чё ты творишь-то, етить? А, я победил? А, ну ок. Фу! Хоба! Наконец-то мы ушли с этого уровня. Боже. 64 жизни? Серьезно? Вообще, это я сейчас все просру. Это я сейчас все просру. Это что за кнопки? Да какая просто минута, это что? Что это? А можно не заходить в эту пещеру, а просто идти дальше? А, то есть ты меня вот так вот, да? Ты просто меня перед фактом ставишь, игра, что пошел ты нахер. Окей. Ну, постараемся. А, боже. Так, я, наверное, сделаю так. О боже. Не-не-не-не-не, не надо. О, нет. Не-не-не, тихо-тихо. Да камон! Кто так ловушки-то ставит? Пипец. Вы чё, это Марио вам то, что ли? Блять, как-то увлекательно.
Никогда не делают такие штуки. Можно пройду? Игра что-то такая смешная и угарная. Мне прям нравится. Да тут, блин, каждая вещь, короче, заставляет тебя просто тормозить. Это хуже, чем капкомовские игры, несовские. Знаешь же, в капкомовских играх есть эта хрень. Типа, нужно ждать постоянно какого-то врага, чтобы он там, значит, открылся. О, боже. Ой, мать. Так, тихо. А чё понизу, если я пойду? Мне что-то поверху было как-то слишком стрёмно идти. А, здесь та же история примерно, да? Ой, не-не-не. Тут я не пройду. Ничему тебя жизнь не учит. Вот ничему. Не надо. Так, пойдем. Завалим его лучше. Он сейчас начнет возвращаться. Это сайрон. Давай, давай, давай. О, боже. Если это ко мне было обращение, я не ром. Мне показалось, понизу было проще пройти. Главное не забыть про то, что там надо прыгнуть. Игра дичь полная. Так. Все хорошо. Вот здесь можно. О, нет. Ой! Ты, блин, прикалываешься? Чё? Откуда я знал? А, здесь чекпоинт. Окей. Блин. Чуть подальше. Чуть подальше. А вообще можно просто упасть вниз сразу, я думаю. Хотя. Ну вот так, оп. Так, нормально. Ох, ебать! Тихо, 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 тихо. Нет.
Ну, я только подумал, куда они меня заставят прыгать? Дальше. Бум-бум. Ну, а это как я должен пройти, простите? Это я должен разбег сделать? Ну, что-то бред какой-то. Чекпоинт был? Блять, не было вообще что никакого. Не, что-то какой-то бред. Как я это пережил? Да ну пожалуйста, дай пройду. Да ну что ты меня отталкиваешь-то? Дай пройду, дай пройду. Бум. Тихо. Ты дура игра или чё? Я понял. Короче... Надо... Надо сделать следующее. Пойди. Окей. Да камон, теперь еще здесь не допрыгиваю, ну что? Без прыжка мы, наверное, сможем допрыгнуть. То есть, я, чтобы прыгнуть выше, нажимаю прыжок здесь. А если без него? Так, не двигайся лучше. Я просто держу здесь прыжок. Буй. Ух ты. Фига. Можно и так. О, конец уровня! Хорош. А, почти. Фу. Так, 3-2, ладно, окей. Да это прикол. Блин, мало того, что мне нужно сюда запрыгнуть, так тут еще и эта штука снизу ходит. Да блин, ну вы хоть окно для этого прохода сделали бы нормальное. А то он, блин, 3 раза сначала бьет, потом 5 раз бьет, потом 1 раз бьет, потом 2, потом 3, потом 5, и хер поймешь, сколько раз он-то, блин, стреляет, алло. Просто рандом какой-то сделали. Ну и нахер... О! О! Я вот тут такой, бабах. Да чё, блин, пол игры. Ещё проходите, проходите. А. О, нет. Так, спокойно. Нет! Да ну это бред. Да ну это бред просто. Это бред и издевательство. Ладно, Пушистик хотя бы с нами. Э? Пушистик, ты еще с нами? Давай, погнали. Блин, все бы ничего, но вот это вот, вот это отталкивание. Ну вот это вот, когда, короче... Да камон, ты издеваешься надо мной, что ли?
назвал пушного питомца Пушистик. Я не знаю, кто он. Капитоха какая-то, я хрен. Вот эта вот анимация, она меня прям раздражает. Он из-за нее прям так тормозит. И я ведь ничего сделать не могу в этот момент. Да блин. Да ну, серьезно. Не, это все, конечно, очень увлекательно и здорово. Ну, можно я это пройду-то? Сам ты Игорь, не обзывай его. Я что-то устал. Это что-то так увлекательно прям. Да неужели? Все, это ради вот этого? Ради вот этого падения? Дай я пройду, пожалуйста. О, найс. Со второго раза. Дай пройду. Ух, ё. Это прикол какой-то или чё? Как? Зачем? Зачем вы это сделали? Ох, господи. Эти просто геймдизайнерские решения, одно лучше другого просто. Какая еще Ванда? Это Пушистик. Чего вы им какие-то людские имена даете? Тут не надо вообще прыгать, тут надо просто с разбегу шлифануть. Наконец-то. Наконец-то я залез. Вау. Тимура? Но не знаю. Раз, два. Воу. Воу. Ты что, прикалываешься, игра? Не, ну я могу попробовать. Но это что-то дичь какая-то. О, залез. Дичь не дичь, а получилось. Твою мать! Ты что, прикалываешься, игра? Что это было? О, нет. Ну не надо со мной это делать. Никакой индивидуальности людям не дают. Вечно кто-то на кого-то похож. Что за дела? Ни на кого не похож. Упс. Окей. Блин, опять мне через это проходить. Оу. Я даже не ожидал, что так можно. А можно еще вот так вот перепрыгнуть, просто взять. Так вот. Херак. Можно. Лево-право. И до конца. Окей. Так, тихо. Пушистика дайте, сволочи. Чё за, блин, чекпоинт такой охренительный? Ну ты просто лучший чекпоинт на свете. Прыжок не срабатывает. Вечно, блин, не срабатывает прыжок. Ну что сделал? Хм.
Нет. Эй, игра. Ты что, охренела? Класс. Какая-то вечная у меня проблема. Как только игра, короче, сложная, прям пипец. Меня что-то это распирать на хаха начинает от того, что происходит в игре. Блин, надо подождать. Надо подождать. Да вот как это, что? Спортсмен? Уже этот боссман. Спортсмен. Так, если мы такими темпами продолжим, у нас жизни все кончится, а потом мне придется начинать как бы, ну, стримя? Может быть, мы соберемся и пройдем как-нибудь, нет? Да чего не так-то? Секунду назад. Так. Чё не так? Мне бы дойти до следующего чекпоинта или уровня. Хоть да ёпа мать. Не, я спешу. Да камон, прыгни нормально! Блин, я боюсь реально этого уровня уже. Я боюсь, что сейчас я все жизни на нем просру. И мне придется реально проходить это все без намека на жизнь вообще. Да ну а как? Игра! Насколько надо рандомно-то это сделать, алло? Со второй, что ли? Где пройду это место? Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой. На-на-на-на. Итого мы уже 20 жизней здесь просрали. Какого хрена происходит? Игра, пожалуйста, дай я пройду. Спасибо. Так, скролли.
Твою мать! Твою мать! Один раз я это перепрыгнул только. Один. Хорошо, два. Пожалуйста. Раз, два, три. Нет, нет, нет. Не-не-не. Конец уровня. Спокойно, конец уровня. 3-3. Так, наверное, надо было с разгону. О, да. Я чую, я сейчас и здесь, но умираю 800 раз. Так. Пушистик, ты тут? Wait. Короче, это перепрыгнуть. Ага, можно было, наверное, все перепрыгнуть. А? Санёк дает советы. Интересно. Ух, етить. Тихо ты. Да ну постой. Да ты угораешь, что ли? О боже. Раз, два, три. О, нет. Да в смысле? Чё? А как ты мимо-то кинул? Алло. Тихо, ну! Дрянь, 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 не-не-не-не. Сика. Не смей. Раз, два, три.
Нет, 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 тихо, 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 тихо. О, боже. Так, а что если я наверх попробую попасть как, каким-нибудь образом волшебным? Ну. Да ну fuck you, речка. Чё меня пониз-то убило? Я вспомнил, чё меня убило. Так, походу это еще одно лучшее. Раз, два, три. Еще одно лучшее место. Ну ладно, здесь. О боже. Так, нормас. Не нормас. Не нормас вообще ни разу. Убей. Это ворзай. А можно я пройду? Ну ты издеваешься? Ай-яй-яй-яй-яй. Раз, два. Так, давай. Раз, два, три. Чего? Ты серьезно? Спокойно. Четыре один. О боже. Писка, какая-то странная механика. Проваливается, что ли, у него. Вау. Ты что, совсем что ли? Вот этих, мне еще не хватало чуваков с дельтапланами. Это же если я не знаю, где они, это все беда. Так, спокойно. Да, только не надо вот сейчас его кидать, этого. Не-не-не, тихо. Дельтапланиста долбанного. Так, как... Ой, там по сколько раз? Да ну, камон. Надо было нафармить 99 жизней. И идти потом дальше. Ну я сомневаюсь, что больше можно. Если бы можно было, я бы и нафармил. Наверное. А чё нет? Ну да. Какое ж ты говно. Чё ж ты меня всё дамажишь-то, пёс?
Ты что, издеваешься? Ну, целая дорога внизу. Хм. А что, давай по низу посмотрим, что здесь. Ну, кроме дна-то, наверное, здесь что-то еще должно быть. Скипнули пацана летающего. Неплохо. И пушистик у нас. Найс. Вообще хорошо. Так, осталось с пушками разобраться с пушками. О, найс. Хорош. Не надо. Так, это я перепрыгну, пожалуй. Опа! Твою, блин, в медь. Нахрена я кинул? Ну, а, нормально, пойдет. Пойдет, отличное место. Нет, не пойдет, ни хрена. Так, ладно. С другой стороны, внизу пушек нет. Ты сука такая. Троллит как может, так вот прям серьезно. Простите? Они не ходят по этим? Весело. Это про там. Чего? Ну чего? 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 Да камон, ты что, серьезно? Это же жизнь будет сейчас. Почти смог. Еще раз почти смог. Чё-то это что-то АВГНовское. Звучит как что-то АВГНовское. Так, ну ладно, здесь ушки хотя бы нет. О, нет. Че, долго ты там падать-то будете, алё? Я просто смотрю это. Вы тут это деспавнитесь, да? Ну мне не к спеху игра, ну. Мне не к спеху абсолютно. Прекрасно. Fuck you, просто. Давай, давай. Я не знаю, давай прыгнем. Так, я внизу подожду. Слишком узкое пространство.
Да ну камон! Уберите, блядь, из игры этих врагов! Ну чё это? Ты издеваешься надо мной? Ну почему отсюда-то? Есть триллиард мест, откуда можно начать. Нет, вы каждый раз меня заставляете отсюда начинать. 13 жизней осталось. Все, писос. Прям писос-писос. Так! Тут не получится нормально прыгнуть, да? А по-другому как? Скажи мне, игра, вот как по-другому? Да никак. Боже, игра, ну блин, все уже. О нет, я пойду помню. Можно здесь будет... Конечно, нет. Серьезно? Этого не было достаточно, чтобы дотронуться до него? Пушистика урвать бы где-нибудь. Да не пойду я. Короче, делаем то же самое. Я не знаю, как здесь по-другому сделать. Так, сейчас что-то прилетит, да? Где прилетит-то? Где прилетун-то? А ты молодец. А ты молодец. Может, ты в следующий раз просто перелетишь и все? Столько времени теряем здесь. Ради. Фух. Для того, чтобы не долететь. Само собой. Ты чё, дурак? Я ненавижу уровни с песком. Просто это какой-то капздец. Ну просто, ну иначе... А чё?
Нахрена было делать такую поверхность? Я понимаю, что как бы песок, да, зыбучий, все такое. Блин. Не давать возможность по нему бегать вообще? Что-то жесть какая-то. Да ну упади ты нормально. Ну вот как? Если я пытаюсь разгон сделать, здесь он не прыгает нормально. Ему нужен разгон. На любой поверхности. Я не могу разгон сделать. Потому что песок. Блин, благо они респаунятся. Деспаунятся, вернее. Мне срочно надо пройти этот уровень. Или найти еще одну... Еще один флагшток. И то меня, в принципе, устроит. Окей. Так, чё я... Просто летел. Я внизу подожду. Ничего не знаю, внизу подожду. Хуяк! Твою мать! Ладно. Это плохо. Это очень плохо. Жизни кончаются. Это Серега. Ну что? Вот что сейчас было не так? Что? Ну я же сверху упал. Чего? Чё за чудеса сейчас произошли? Да иди ты нахрен, игра, ну что началось-то? Все нормально же было до этого. Мне хочется понизу пойти, на самом деле. Меня так напрягает с этими пушками связываться каждый раз. Етить. Это было... интересно. Давай. Раз, два. Враги местами поменялись, или еще что произошло-то? Да, ну что? Теперь он не прыгает. Че? Чат накаркал. Гачет игра, изи. Дамс. Ну все, привет. Приплыли. Приплыли, называется. Теперь каждый раз будем начинать отсюда. С самого начала. Пока не замастерим этот